наши возможности, потому что нагрузка очень большая. Поведем подсечную сборку, стыковку. Сюда приезжают из Оренбурга, у нас приезжают из Перми. Там они с местными учебными заведениями очень плотно работают. Ну и мы здесь работаем. Участок работы круглосуточно, 7 дней в неделю. Сложно. То есть состав очень простой. Ну, во-первых, как уже Борисович сказал, алюминиевое уже основание. Раньше было фрезеровано, все тоже трудоемко достаточно. Дальше простая гибка, обычный алюминиевый лист, гнется в качестве корпуса. И сварная конструкция от всех рулевых приводов. Все, проверку уже в том числе проверяется. Очень надеемся на то, что набранные темпы сохранятся не только в 2024 году, но и по отдельным направлениям они будут увеличены. Хотя на сегодняшний день могу сказать с удовлетворением то, что наша с вами совместная работа, Борис Викторович, она дает свои результаты. Вот, и здесь у нас увеличение объема производства не в процентах, а в разах. И все это крайне востребовано у нас в зоне специальной военной операции.